горизонтальные морщины на лбу мы с вами уберем и перепрограммируем паттерн мимики в новый. Будем играть не бровями, а глазами. А когда играешь глазами, смотришься аристократично и красиво. Глаза выразительные, яркие. А когда елозишь бровями, смотрится так себе, лоб гармошка, еще и морщины закладываются, которые фиброзируются. И, конечно же, привет от Татьяны, 49 лет. Тейпы нам помогут, нервную систему перепрограммируем и лоб расслабим. Итак, мы с вами тейпируем всегда мышечные аппликации по мимическим, по движению мышцы. У нас мышца лобная двигается вот таким образом. Так. Поэтому нам натяжение тейпа у нас должно быть в длину. Да? В длину. Мы будем с вами отрезать вот таким образом. То есть ширина 5 сантиметров. Это обычная стандартная ширина, в принципе, тейпа. Тейп уже шириной 5 сантиметров. Отчитываем 4 квадратика вниз и отрезаем. Раз, два, три, четыре. То есть вот мы отрезали. Закруглим кончики для красоты, что я, в принципе, уже сделала, и будем клеить вот эти тейпы. Вот так они у нас будут выглядеть вот таким образом. То есть не вот так, у нас растяжение идет сюда, наверх-вниз. Угу. Разрываем пополам. И аккуратненько приклеим. Проверьте натяжение. Вот у меня натяжение. Как мышцы будет идти у нас, поиграет. И приклеиваем на лобные бугры. Аккуратненько. Вот так вот переклеивать, как я, нельзя. Надо сразу накладывать аккуратно. У меня это получается только потому, что я отвлекаюсь на камеру. Так, сейчас. Почему мне не нравится, как я наклеила? Хочется поровнее. А, в общем, делать это надо очень-очень медленно. Вот так у нас мышцы находятся вот здесь. На лобных буграх. И вторую тоже. Сейчас я ее попробую без переклеивания наклеить. Для этого я разорвала тейп. Накладываем. Таким мягким движением помпажным. Приклеиваем. Угу. Надо стараться максимально симметрично. Что у меня не получилось. Все-таки вот этот тейп как-то мне неудачно идет. Но если вам приходится тейп переклеивать, смотрите, очень аккуратно, старайтесь клейкую сторону не трогать ни в коем случае. А если вы ее и трогаете, то посмотрите, может быть, вам лучше вырезать уже другой кусочек. Я уж, позвольте, не буду вырезать. Вот таким образом у вас стоит аппликация мышечная. Стимулируем, раздвинули, повибрировали, подержали, фасциальный релиз мышцы, вернули на место. Еще раз, раздвинули, подержали, раздвинули, подержали. Стимулируем, мануально стимулируем работу мышц. С другой стороны, раздвинули, повибрировали, вернули на место. Раздвинули, повибрировали, подержали и вернули на место. Все. Такая у нас прекрасная аппликация от межбровки и от поперечных морщин на лбу. С ней можете спать. Особенно если у вас нервная система привыкла мышцы лба напрягать даже во сне. Вот такую аппликацию делаете, и будет вам счастье. Постепенно напряжение отсюда уйдет. И все. Ну и, конечно же, чаще улыбайтесь. Чем больше вы улыбаетесь, тем меньше морщите брови. Все. Пока. Пишите свои комментарии. Пожалуйста, я им всегда рада. Все читаю. Каждый комментарий вижу. Даже если вам не всегда успеваю ответить, не думайте, что я не прочитала комментарии. И на самые важные, конечно же, всегда-всегда отвечу. Ну а тем, кто спрашивает, я вдруг не отвечаю, переходите в телеграм-канал, там я всегда на связи. И еще у меня там мои помощницы вас тоже за ручку проведут по необъятному миру методов естественного омоложения.